Всем привет, ребята, с вами Милашка, и сегодня у нас очередная порция новостей про грядущее летнее обновление, которое будет уже совсем скоро. Как я и говорила в прошлом видео, обновление будет связано с летней локацией. И не просто летняя локация, а с морем и пляжем. И на это нам уже очень жирно намекает мини-тизер, где мы видим остров, пальмы, ракушки и крампета-русалку. Кстати, этот крампет живет в морской локации, которая у нас уже есть. Я так понимаю, нам добавят еще один остров, но вот вопрос, где эта локация будет располагаться? Ведь в летнем мире у нас уже все занято, и ставить новую локацию тут уже некуда. Если вы догадываетесь, где может быть эта локация, пишите в комментариях. Сейчас нам остается только ждать и гадать, что за локация будет и где она будет находиться. На этом у меня все, и если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. А также подписывайтесь на мой YouTube, Яндекс.Зен и ВК. Всем пока-пока!